150, 250 тысяч было. Вы, друзья, не пугайтесь, это на самом деле не такие уж большие деньги на сегодня. В наше время есть тысячи молодых миллионеров в интернете, которые зарабатывают намного больше меня. Так что приступим к сути заработка. Я буду скрупулезно показывать каждый свой шаг, а вы после просмотра повторяйте просто мои действия. Адрес данного сайта вы найдете только на моем сайте, ниже под видео. И, естественно, за это платить ничего не нужно. Добро пожаловать в онлайн-портал AudioHunter. Это сайт, на котором я зарабатываю все свои деньги. Платят они от 1 до 4 тысяч рублей за конвертацию аудио в текстовый вид. Вот столь большая прибыль получается именно потому, что заказывают расшифровку этих аудио в основном жители США и Канады, которые работают в долларах. Ну, понимаете, да? А когда доллар превращаем в рубли, то для нас это получается очень солидная сумма. Но это видео сами до конца досмотрите. Также можно зарабатывать и со смартфона. Сейчас вам нужно будет зарегистрироваться. Вы вводите имя, фамилию, почту и пароль и нажимаете «Зарегистрироваться». Я уже зарегистрирована, поэтому нажимаю «Войти» и захожу в свой аккаунт. Вот мы зашли в личный кабинет и видим сегодняшние свежие 20 аудио, на которых и будем зарабатывать. У каждого аудио есть заказчик, который платит нам реальные деньги за конвертацию этих аудио в текст. Так, если нажмем «Начать зарабатывать», то нам скажут «Пакет из 20 аудио уже активирован». Итак, чтобы начать зарабатывать, нажмите кнопку «Выполнить». Цена за это аудио, как видим, 3325 рублей. По идее, мы должны вот так включать эту аудиозапись, слушать и при этом владеть английским языком. Ну, далее печатать услышанное в это поле и отправлять на проверку. Но так как ни я, ни вы не знаем английского, нам все это делать не нужно. Мы пойдем более хитрым путем. Мы будем копировать этот код аудио и расшифровывать с помощью китайского сервиса, о котором почти никто не знает, кроме меня, наверное. Это самый главный секрет заработка. Пользуйтесь на здоровье. Адрес сайта также можно посмотреть только на моем сайте под видео. Просто копируем этот код и вставляем в это поле. Зеленая галочка означает, что код принят и можно конвертировать. Всю эту информацию можете где-то перевести и почитать, например, с помощью Google переводчика. В общем, все готово. Вот если вписать сюда что-то другое, то будет красный крестик. Поэтому снова вставляем код и нажимаем вот на эту кнопочку. Пошла конвертация нашего первого аудио. Расшифровка займет примерно 1 минуту, то есть одно аудио конвертируется примерно 1 минуту. Ждем. Вот так, друзья, это и есть мой главный секрет заработка. Желательно никому особо не рассказывать, что существует такой сайт. Ну, мало ли, вдруг его заблокируют на вашей территории, кто знает. Поэтому потихонечку сидим и не высовываемся. Деньги любят тишину. Вот аудио у нас расшифровалось, теперь мы все это дело копируем. Давайте сначала проверим соответствие. Building a startup is an exercise in institution building. Thus, it necessarily involves management. Ну, все идеально. This often comes as a surprise. Теперь все это выделяем и копируем.
так, вставляем в это поле и нажимаем «Завершить и отправить на проверку». Пройдут две проверки. И мы успешно заработали 3320 рублей. Абсолютно то же самое проделываем со вторым аудио, копируем и вставляем. Чтобы вывести средства, нам нужно расшифровать все 20 аудио, и получится примерно от 30 до 55 тысяч рублей. Все это реально работает, это не какие-то липовые поддельные сайты с нарисованным балансом. Это самый что ни на есть автоматизированный заработок, о котором мало кто знает и мало кто додумается. Лично я очень долго черпала информацию, эти сайты не упали мне с неба. Я их выискивала на специальных закрытых форумах, платила за них реально большие на тот момент для меня деньги, и теперь абсолютно бесплатно делюсь с вами. Об этом вам никто не расскажет, никто не покажет, поэтому не теряйте времени, сразу же регистрируйтесь и приступайте к заработку. Все ссылки вы найдете на моем сайте ниже под видео. Итак, текст у нас расшифровался. Давайте сначала его проверим, ну, мало ли. As I travel the world talking about the lean startup, I'm consistently surprised that теперь все это дело выделяем и копируем. Так, вставляем и нажимаем отправить на проверку. Ожидаем проверки. Деньги упали, и на балансе теперь 5080 рублей. Нажимаем третью. Если, допустим, ввести сюда случайные буквы, то в конце система скажет нам, что текст не соответствует аудио. А вот так что это не какой-то поддельный липовый сайт. Так, копируем код третьего аудио. Вставляем и нажимаем эту кнопочку. Кстати, совсем забыла рассказать, почему заказчики из Северной Америки готовы платить нам за расшифровку этих аудио. Смотрите, есть разные тренеры в Америке, неважно, бизнес-тренер или тренер по похудению, или еще чего-нибудь. И они рассказывают на своих семинарах очень полезную информацию, которая стоит огромных денег. И вот во время этих семинаров владельцы различных интернет-ресурсов записывают все, что там рассказывается. Затем отдают эту запись таким людям, как мы с вами, чтобы аудио превратилось в уникальный текст. Далее они публикуют этот текст на своем сайте. И, естественно, такая статья приносит кучу трафика и денег, а при этом все остаются в плюсе. В общем, если не понимаете, о чем идет речь, просто не заморачивайтесь. Главное, вы на этом заработаете очень приличные деньги. Ну, реально. Итак, наш текст готов. Выделяем его. Копируем, вставляем. И отправляем на проверку. Друзья, давайте, чтобы долго вас не задерживать, я ускорю видео, когда буду загружать на YouTube и остановлю на последнем аудио. А вы пока послушайте музыку и возвращайтесь через 4 минуты. Thank you.
Итак, у нас осталось последнее аудио. Нажимаем «Выполнить», копируем код. Вставляем и нажимаем кнопку конвертации. Ждем, пока расшифруется текст. Итак, текст готов. Выделяем, копируем, вставляем и отправляем на проверку. Все просто. Деньги упали, все аудио сконвертированы. А теперь переходим к выводу средств. На балансе у нас 38 105 рублей. В принципе, неплохо для тематики IT-технологии. Так, я обычно вывожу на WebMoney. Выбираем WebMoney. Копирую номер рублевого кошелька. Вставляем и нажимаем кнопочку «Вывести средства». Ждем и смотрим на баланс. Деньги ушли, и нужно немного подождать. Переходим обратно в WebMoney. Так, на балансе у нас 2 миллиона 714 тысяч. И отмотаем до последней операции. Вот последняя операция была на сумму 39 тысяч. И сейчас обновим страницу. Итак, деньги поступили почти моментально. Видим, сумма 38 100. И основной баланс стал 2 752 217 рублей. Итак, друзья, все это дело у вас займет максимум 1,5 часа. Повторюсь, это не какой-то липовый обман, и я не прошу за это ни рубля. Поэтому регистрируйтесь прямо сейчас и действительно работайте. Вы имеете уникальную возможность свободно путешествовать по миру и не переживать о том, что у вас скоро кончатся деньги. С вами была Людмила Попова. Вся подробная информация указана на моем сайте. Всем до свидания.